Критикуют оппозиционеры и пенсионную реформу. Сегодня в Кременчуге нардеп Юрий Бойко встретился с местными жителями. Люди возмущены. Космические тарифы и заоблачные цены на продукты съедают всю пенсию. И те надбавки, которые они получают, не покрывают всех расходов. Лидер оппозиционного блока заверил, что их фракция уже обратилась в КС и будет добиваться отмены пенсионной реформы. Обманули так называемые пенсионные реформы, пообещали золотые горы. На самом деле мы убеждаемся в том, и сегодняшняя встреча с людьми показала, что те, у кого были маленькие пенсии, они маленькую доплату и получили. Люди получили по 100-150 гривен. А те, у кого были большие пенсии, они получили большую доплату. То есть это еще больше раскололо общество и разделило на бедных и богатых. Мы уже подали в Конституционный суд обращение об отмене этой так называемой пенсионной реформы. Это не реформа, это геноцид против пенсионеров.